2019 год. Год 220-летия швейцарского похода Суворова. Швейцарский поход – вершина полководческого гения Суворова. У вас есть шанс прикоснуться к великому моменту истории, испытать свои силы, окунуться в историю, увидеть красоты гор, пройти весь путь по следам русских войск снова, спустя 220 лет. 100 человек – в полном обмундировании в Альпах. Сен-Готард, Урзернская дыра и легендарный чертов мост. Швейцарцы хранят память о Суворове и всегда рады гостям из России. Полное погружение в прошлое вместе с профессиональными историками. Подготовка ведется с участием Государственного музея Суворова. Поход станет захватывающим приключением для каждого участника. Историки, профессионалы и любители увидят то, о чем только читали. Поход в историческом снаряжении – новый шаг для экстремалов. Считаешь себя русским человеком? Этот поход для тебя. Проходя солдатскими тропами, мы надеемся, что европейские войны останутся в прошлом. О походе будет снят фильм, героями которого сможете стать именно вы. Сомневаетесь? Подождите следующего раза. Он уже скоро, в 2049 году. Или все же сейчас? Суворов 220.ру